как обычно, очень большие нагрузки, сложно первые дни. Вот. Но мы привыкаем постепенно, сейчас начнутся игры, будет легче. Тяжело, конечно, они даются, но это наша работа, и все ребята, в принципе, уже опытные. И для нас, как бы, из года в год одно и то же. Первая неделя, она всегда самая тяжелая в году. Ну вот, нужно еще несколько дней, и мы втянемся в работу, и уже тело так не будет болеть, ломить, как сейчас. Настрой позитивный всегда у всех. Как видите, все шутят, смеются на тренировках. Ну, сбор нелегкий. Первый всегда после отпуска тяжело. Ну, потихоньку втягиваемся. Я думаю, первый сбор самый тяжелый сейчас так взять, потом уже нормально все будет, по накатной. Ну, у нас всегда в команде все позитивно. С юмором все нагрузки легче переносятся. Но есть у нас те люди, которые за этот момент отвечают. Все их прекрасно знают. Ну, дух победителя просто присутствует у нас из-за этого. Ну, с позитивом всегда легче бегать, чем с негативом. Поэтому все всегда стараются шутить и бегать с улыбкой, нежели чем с угрюмым лицом. Работы с мячом достаточно. Это вот единственная, по-моему, тренировка, где было минимум мяча. Только в квадраты поиграли и дали объем беговой работы. Это то, что нужно сейчас как раз на первом сборе.